Цикл фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского написан композитором по заказу Николая Матвеевича Бернарда, издателя музыкального журнала «Нувелист». В своем журнале Николай Матвеевич опубликовал по одной пьесе для каждого месяца 1876 года. Существует предположение, что эпиграфы из стихов русских поэтов выбраны издателем. Петр Ильич Чайковский сумел отразить в музыке настроение, создать музыкальную картинку каждого из 12 месяцев. «Декабрь» – заключительная пьеса альбома «Времена года», написана в характере вальса. Композитор, используя характерные средства музыкальной выразительности, передал в пьесе «Декабрь» приближение долгожданного рождественского праздника.